На фотоконкурс Тобольского ПТП «Вместе к лучшему» тобольчане представили более 200 работ. Любители и профессиональные фотографы показали, как видят в объектив работу городского общественного транспорта. Я на самом деле очень довольна, что у меня получилось все-таки поймать такой красивый кадр. Это не только, наверное, моя заслуга, но и удача. Мы с друзьями ходили по городу на протяжении нескольких часов, наверное. Мы фотографировали в разных местах автобусы, и вот я выбрала одну фотографию, самую лучшую. В итоге жюри определило 8 победителей в номинациях до 18 лет и старше. Они были отмечены ценными призами. Серьезно, хорошее предприятие. В автобус утром заходишься, доброе утро. Настроение на целый день. Вот. А это тоже часть, наверное, наших позитивных изменений в городе. Работа транспорта, в том числе этот конкурс. Лучшие работы разместили в холле ПТП. Чтобы пассажиры узнали больше о работе предприятия, для них организуют экскурсии.